Москалькова сообщила, что возвращается в Москву. Получив отказ на посещение Максима Одинцова, российский омбудсмен решила вернуться в Москву, где будет ожидать ответа от Минюста Украины. Российского омбудсмена Татьяну Москалькову не допустили к заключенному в киевском СИЗО крымскому дезертиру Максиму Одинцову. Об этом она сообщила журналистам. Пишет ДПОА во вторник, 26 июня. «Мне грустно, что я не была допущена на встречу с Одинцовым, так как не был допущен консул России», констатировала она. Москалькова сообщила, что телефонный разговор с украинской коллегой Людмилой Денисовой не дал результатов. Получив отказ на посещение Одинцова, Москалькова решила вернуться в Москву, где будет ожидать ответа от Минюста Украины, пишет ТАСС. «Я вернусь в Москву, так как необходимо приезжать уже тогда, когда есть определенное решение от Минюста и есть надежда на позитивные шаги. Слишком много уполномоченного других дел, чтобы можно было так свободно и спокойно находиться в стране», сообщила она журналистам. Москалькова также добавила, что нынешнее решение украинских властей ведет к обострению двусторонних отношений. Ранее в Москве встретились омбудсмены Украины и России. В ходе переговоров было решено синхронно нанести первые визиты заключенным. Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими заключенными. Недавно она заявила, что ей отказали даже в видеосвязи с осужденным в РФ режиссером Олегом Сенцовым. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.